Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск. А мы начинаем. Дорогие друзья, сегодня к нам пришла ужасная новость о нашей любимой актрисе. Актрисе, которая снималась в нашем любимом сериале «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Наш источник сообщает, что сегодня ночью она была экстренно госпитализирована в одну из лучших клиник города Москвы. Что на самом деле случилось, пока неизвестно. Родные отказались комментировать данную ситуацию. Муж Анастасии Заворотнюк также отказался комментировать эту ситуацию. Но мы предполагаем, что, скорее всего, это дала толчок и ее страшная болезнь. Пока мы не будем ничего решать и ничего утверждать, мы подождем, когда можно будет связаться с самой Анастасией или хотя бы, когда родные захотят прокомментировать данную ситуацию. Друзья, давайте поддержим нашу любимую актрису. Подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей о жизни звезд шоу-бизнеса. До скорых встреч, друзья, в наших новых интересных выпусках. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!